Добрый день. Сегодня нелетная погода. Разве нас так когда-то останавливало? Значит, у нас сегодня в продажу попал в очередной раз от наших друзей Subaru Outback комплектации Limited, самый максимальный, 2016 модельного года. Вот. У нас со всеми борщами, с сайтами, со всеми делами. Машинка хлебным ударом была вот этот угол. Но он жил, ничего здесь не касалось. Все по ней у нас не сделано, все хорошо. Но безопасность только подушка в руле. Машина — это одна из моих любимых. О ней буду рассказывать сегодня вам в нашей передаче. Хорошего просмотра. Panda. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies, phantom. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, phantom. Wait and see, panda. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. This nigga pull up your bandit. Killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the phantom. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacy, phantom. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Many killers on the hands. Legacy, phantom. Wait and see, panda. Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. Так, ну, во-первых, силовой агрегат 2.5, вариатор субаровский. Это великолепные сердца, так сказать, никогда никого не подводили, и работают они превосходно. Мифы о том, что там Subaru, дорогие в обслуживании или еще что-нибудь, выкиньте вообще это из головы, я об этом чуть позже упомяну. Здесь по удару, получается, менялась фара, бампер, крыло и капот. Вот, и вот эта вот часть менялась металла, вот это вот. Такой грузовик, или как его назвать. Стакан ничего не касалось, лонжерон не касался, угол был здесь, вот такой вот небольшой удар. Вот так вот, не касаясь несущих частей. То есть удар тут вообще классный, на самом деле. Вот, поехали дальше. Багажник здесь реально классная штука. Он реально большой, он вместительный, он кайфовый. И вообще такая машина для семьи. Все вот так вот классненько скидывается, складывается прямо отсюда. Можно перевозить холодильники. Вот, можно спать с людьми. Шутка. В общем говоря, все здесь классно. Я ничего не могу сказать, просто, ну, здесь все супер. По, кстати, сабвуфер, о, сабвуфер забыл показать. Ниша со всеми тут приятностями для ремонта колес. Догадка, тут все на месте. Оп. И поехали. Решил немножко посходить с ума и показать вам, что с моим ростиком 1,92 м можно здесь валяться нормально. Была практика, люди тут спят в Outback'е, очень удобно, хорошо. Что со мной, где я, не понимаю, я не помню, с кем я пришел. Тут у меня лишь к вам один вопрос. Вопросы есть? Вопросов нет. Тут все кайфово. Здесь я сижу удобно. У меня регулируется спинка по наклону. На дальняк вообще шикарно можно выпить. Ну, то есть тут все хорошо. Тут не о чем говорить. Подлокотник красивый такой, все. Подогревы сидений для задних пассажиров. Как я уже когда-то говорил, что для детей и для женщин это вообще великолепная опция на коже, когда это зимой. Вот, ну вот так, здорово, тут больше не о чем говорить. Ну, отдельное внимание посвящу именно на этом автомобиле, но в принципе, наверное, буду говорить об этом каждый раз. Subaru недорогие в обслуживании. Они такие же в обслуживании, как Toyota и как Mazda. У них нет слабых мест, у них ничего не ломается. Subaru сейчас прекрасный автомобиль. У них безотказные вариаторы, отличные моторы. Масложоры остались и в прошлом. Вот. Те там какие-то вот. Я к старым Subaru испытываю большое уважение определенное. Но мне что-то нравилось, что не нравится. Там какие-то были свои моменты. Я имею в виду старые, там были. До 2009-2008 года выпуска, вот вообще тех поколений. Ранние первые серии этих так себе, у меня были вопросы. Ну вот, начиная с 2015 года выпуска, у меня к Subaru вообще не осталось замечаний. Опять же, за что я благодарен японцам, что они работают, они развиваются, они что-то меняют, делают в лучшую сторону. Subaru для меня вообще, на самом деле, ну, покорило мое сердце, они стали много чего делать. Таких приятных моментов, функций, опций, надежности, практичности, более универсальности такой. Мотор, то, что там оппозитный, там поршня ходят так и не вот так. Абсолютно любой специалист, маломайский, как говорят, может сейчас обслужить и сделать ремонт на Subaru и все прочее. То есть там ничего вообще сложного нет, поэтому забудьте об этом.
Значит, по начинке автомобиля поехали. Здесь у нас полный электропаркет, электрозеркала, передние стеклоподъемники с авторежимами. Память на двух передних водителей. Сзади же водителя не бывает. Здесь, значит, у нас электропривод багажника. Это система подсветки при поворотах, помощь. В правом повороте справа подфарник включается, слева влево. Можно включать кондитель. Память высоты задней крышки багажника. Яркость приборной панели, система стабилизации отключается. Это система мониторов слепых зон, отключается принудительно. Классная опция, обожаю, лучшая. Ну и система iSight, которая здесь Subaru фирменная называется. Слежение за полосами движения принудительно можно выключить. И защиту от столкновения. Вот. Датчик света, разумеется, на лепестках она. Это субаровская тема. Управление мультимедией, всеми делами, управление бортовым компьютером. Вот круиз, собственно, со всеми этими радарами, там, полосами и всем прочим. Расскажу в движении. Очень адекватный пробег, всего 75 тысяч километров. Кнопка старт-стоп, здесь бесключевой доступ сенсорный. Подогревы сидений в три положения для передних пассажиров и водителя. Климат-контроль двухзонный, мультимедиа со всеми делами, борщами, там, камерами заднего вида. Все в ней тут хорошо. Все в ней, в общем-то, есть. Так, зеркала с антибликом, даже с компасом, как это любят американцы по классике. Разумеется, люк. Не хочу его сейчас открывать, на улице дождь, но вы верьте мне, он открывается. И даже закрывается. Потому что это японская машина. Значит, ну и вот так. Салон. Ну, тут салон, честно говоря, наверное, ближе к идеальному. Бывает там хороший, превосходный, мои оценки, там неплохой, но здесь действительно все очень и очень здорово. Поехали кататься. Чуть не забыл, еще же здесь есть электроручник, который никогда еще пока в моей практике не выходил из строя, ни в мороз, ни в холод, ни в зной, ни во что. Он работает великолепно. X-Mode. И помощь при спусках и подъемах. Ну, в общем, это все системы шикарные для полного привода, которые дают уверенность распределения там на полный привод ровный, там, то есть 50 на 50 на другой оси. Ну, в общем, короче, здесь классная штучка. Это помогает при подъемах. Все здорово. Ну что ж, поехали, я себя покатаю. Ну и как будто бы вас понаружку. Ну, довелось поездить мне на такой машине не раз, и много, и по городу, и по трассам. Шикарный автомобиль, который держит дорогу уверенно, отлично. При всем этом мягкий, комфортный, просторный, в нем не устаешь. Вот, ну, хочу отдельно вот, разметку по полосам включаем. Пожалуй, круиз. И поехали. Вот и мониторы слепых зон. Я с вами проверил, заработали. Возвращаюсь обратно на круиз. Допустим, накручиваем и большую скорость для данного момента и времени, ставим 80 км в час, ну а едем завод перед идущим автобусом со скоростью 50 км в час. В данный момент, кстати, я могу спокойно расслабляться, потому что от столкновения в данный момент я защищен и могу немножко посматривать монитор, расслабляясь. Дальность вот я изменил, допустим, сделал покороче дистанцию, сейчас мы подъедем ближе к автобусу. Вот что относительно полосы. Оп, пересекли, ругается. Оп, машинки впереди остановились, мы тоже тормозим. Все работает шикарно. Я их догоню, боюсь. Машина ругается. Алло, дядя, впереди же тачки, куда ты так? Какой же у нас все-таки красивый город. Мог не заметить, мы слышали, а? Даже когда пасмурно. Люблю его. Selling ball, candy. Been on the match like Randy. The chopper go out for Grammy. This nigga pull up your bandit. Hope you killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted don't need the phantom. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacy, phantom. Where is he? Look like a panda. Going out like a Montana. Many killers on the hand. Legacy, phantom.